Мастер-класс для чистопольских детских команд «Черные пантеры» и «Торнадо» проводят игроки континентальной хоккейной лиги, хоккеисты клуба «Нефтехимик». Вместе с детьми на льду нападающие Владислав Шутов, Рафаэль Бикмулин, Тимур Шерифьянов, защитник Глеб Семенов. Сразу после пресс-конференции они показывают юным спортсменам тонкости игры и оценивают их способности. В любом городе, где столько много льда, столько много как бы, времени свободного, естественно, они находятся. Сегодня мы общались с тренером, он говорит, да, у нас есть ребята, которых мы можем отдать, можем передать в другие более такие клубы, где более высокие возможности. Поэтому, естественно, везде есть звезды, везде есть, только нужно их поискать, с ними нужно работать. Это самая лучшая мотивация для детей, вот когда приходят их, вот игроки как хелпа, играют с ними в хоккей, но это самое главное. Это уже второй мастер-класс с участием нефтехимиков. Дети разделены на две группы. После небольшой разминки почти два часа идет отработка различных упражнений. Наравне с мальчиками показывают свои умения и девочки. Многие из них увлекаются хоккеем уже несколько лет. Соперничества не боятся и также мечтают достичь в спорте больших высот. Участие в мастер-классе для них – возможность закрепить полученные знания и получить напутствие от своих кумиров. Они же опытные уже, и они нам рассказывают, как, ну, как хорошо играть, ездить, ну, всякие упражнения. Ну, то есть вы рады, что вы смогли у них поучиться? Да, конечно. Какие впечатления? Ну, вообще, мне понравилось. Вообще, это первый мастер-класс в моей жизни пока что. Очень рад, вижу вообще развитие хоккея, развитие ребят, мальчиков, девочек. Вот в таком возрасте во всех, в принципе, городах, значит, это имеет огромное значение. И вот это будущее наше, потому что и здесь этих ребят вырастут позже, может, суперигроки, может, игроки, которые будут в КХЛ играть. После занятий на ледовой арене проходит товарищеский матч по хоккею с мячом между нефтехимиком и чистопольской командой ветеранов «Труд». Встреча в Чистополе открывает декаду мастер-классов. Хоккеисты их продолжат в других городах.